Злата, молодая, красивая, жизнерадостная, очень добрая и ласковая собака. Забрали мы ее из СНТ. У нее была страшная рваная рана под хвостом. Оперировал ее Барков. В настоящее время она живет на передержке и прекрасно себя чувствует. Рана практически зажила. Привет, моя красавица. Привет. Привет, как у тебя дела? Далеко было. Все хорошо? Все заживает? Хрустальный щенок. У него гиперпаратиреоз. Это нарушение кальцифосфорного обмена. Косточки почти прозрачные. Ему 3 месяца. Назвали его Гансик. Перед выпиской из стационара ему дали препарат от гельминтов, и он свалился. Но сейчас уже пришел в норму, и, как вы видите, абсолютно нормально себя чувствует. На протяжении 3-4 месяцев ему необходим специализированный корм. Корм очень дорогостоящий. Надеемся на вашу поддержку. Тим еще щенок, но уже перенес 3 операции на прямой кишке. 2 предыдущие операции сделаны криворукими хирургами. Малыш не мог самостоятельно ходить в туалет, и постоянно было кровотечение из прямой кишки. Нашему Баркову пришлось все это исправить. Надеемся, что все удачно, что он полностью восстановится. А пока живет на жидком корме. Забрали мы этого песика возле кафе в центре города Чехов. Обезвоженный, истощенный, с последней стадией демодекоза. Татошка, милый, славный метис пуделя. Демодекоз уже вылечен. Собачка постепенно обрастает шерстью. Но песик немного пуглив, и это можно понять, ведь все переступали буквально через его жизнь. Малышу еще требуется операция по удалению грыжи, но он должен окончательно окрепнуть. Татоха! Какой хороший, умничка. Хохолок. Иди ко мне. Иди скорее. Иди. Снова навестили Валенсию. Есть улучшение, но инфекция эта лечится очень долго и кропотливо. Кошка достойно и стойко переносит все процедуры. Надеемся на ее полное выздоровление. Привет, кошка. Прикинь. Да нет тебе, кот. Что, хорошо? Как дела? Наша Кася, спинальница, гуляет исключительно по травке, чтобы не пораниться. Как вы видите, собачка бодра и весела.
неокрепший, ослабленный от жары вороненок Карлуша. Смешно, но тоже не могли пройти мимо. Ворона. Помощь очень упала, и мы понимаем, почему. Страшно. Потому что все люди устали от ковида, от масок, от самоизоляции. Сплошные ограничения, а сейчас жара. И все хотят в отпуск, отдохнуть на даче. Но собакам это не объяснить. Они хотят есть каждый день.